все здоровье нахуй отдал нам, блядь. Кто против? Он, блядь, пришел молодой, блядь, сейчас старый, блядь. Мы у него отсосали все, блядь, не высосали, а сосну, ну, мы взяли у него все, блядь, и забрали все, вот, энергию, все здоровье, блядь. Я ничего не понимаю вообще. Показывай один. Опа! Procuraduría Federal del Consumidor, el precio de la gasolina ha aumentado un 34% en los primeros meses de este 2021. All right, shopping list: bread, milk, pasta, eggs, mayo, cocaine. Just kidding. Сейчас как драпану со всей дури во все стороны, сметая все на своем пути, разнося города и страны, содрогнется мир, и разлетятся планеты по галактике от удара моих мощных лапищ, и дрогнет вселенная, и всосутся в себя черные дыры от приближения моего величия. А после покакаю. Ты мог забыть про сегодняшний день? Какой сегодня день? Да пошел ты! Повтори-ка. Пошел ты! Пошла ты! Не-не-не, пошел ты! Пошел ты! Just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a regular. Я бегаю быстро. Бегаешь Дал-дал дома, дал-дал ушел. Дал-дал ушел. Дал-дал ушел. Почему же хуйня не выходит нихуя? Абсолютно нихуя. Ну, в общем, подарили мне, друзья, на день рождения вот такую вот кружечку. Я и не пользовался, убрал их в долгий ящик, а тут болел, и приехал мне начальник проведать. Я ему достал ее, чтобы, ну, не заразить своими кружечками. Ну, и что вы думаете в итоге? Молодой перспективный айтишник ищет работу в Краснодаре. Спасибо, блять, друзья! Дебил!
нормально. Пожалуйста, почему российская команда настолько успешна? Есть какой-то секрет? Ну, многие сюда приезжают за призовыми местами. Мы приезжаем сюда бить людей. Ты переедешь, ты стал взрослым. Например, вот сюда. Смотри, вот кресло есть. Воды приготовили. Вон там вот сковородки, кастрюли какие-то. Смотри, какое место прекрасное. Ты уходишь во взрослую жизнь, становишься самостоятельным. И все, до свидания. Никто тебя тут подкармливать не будет. Мы собак не любим. Да, если гавкать буду. Тем более, будем тебя бить. Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончено.